Доброе утро, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марины и Стик. Сегодня 31 июля 2020 года. У нас раннее утро. И вот так вот дружно завтракают малыши вместе со взрослыми. Кто-то завтракает, кто-то играет, кто-то хулиганит, кто-то откусывает мне ножки. Ну, это, как всегда, красавец Вильгельм, он прям неравнодушен к моим ногам. Обязательно надо меня покусать. Сегодня на канале нашего питомника будет видеопоказ новой коллекции шапочек. И моделями будут выступать у нас вот эти маленькие очаровательные щеночки. Поэтому, если вам интересно посмотреть на малышей чихуа в шапочках, и вы до сих пор не подписаны на канал нашего питомника, приглашаем подписаться, чтобы не пропустить новое, интересное, возможно, для кого-то и полезное видео о жизни наших питомцев. По-прежнему у нас не улучшается пока еще погода. Надеемся, что все-таки вот эта неделя дождей у нас закончится и начнется хоть немножко с такой устойчивой погоды, ну хотя бы без дождей. И будет немножечко посветлее, не обязательно уже не как бы жары какой-то, лето. Но хотелось бы хотя бы посветлее, потому что из-за дождей у нас целый день вот такая вот темнота, скажем так. Но детки от этого у нас, в общем-то, не страдают, продолжают вести свой обычный образ жизни. Вот так вот у нас веселится наш Гуфи Гучераш, да, ругается на меня, ругается, да. А его братишка Герцог накусывает ушки сестренкам Глэдис и Греточке. Присоединяется к ним Гуфи. В комнате у нас тепло, да. Вот так вот. Ух ты, господи. Ух ты, господи, ругаются они на нас. Это самая младшая у нас ясельная группа, которая живет пока отдельно вот в этом вот загончике. Малышам 24 июня исполнился один месяц. А вот здесь у нас живут уже детки постарше, некоторым из которых, это деточки-лялечки, исполнилось уже два месяца. 23 июля мы уже съездили на первую прививку и получили клеймо и документы. Из деточек лялечки остались свободно к продаже одна девочка, вот эта вот красоточка Урелия. Сегодня можно поближе будет ее рассмотреть в нарядных шапочках в следующем видео на канале нашего питомника. 11 августа деткам кисуленьки исполнится 2 месяца, и мы тоже поедем на первую прививочку и будем получать документы, метрику щенка, татушечку модненькую. Это деточки кисули Белочка и Бьюти, которые уже находятся в резерве, и вот этот белокремовый красавец Бонни. Крепыш, мальчиш. Он еще пока не зарезервирован и также будет сегодня участвовать в показе шапочек. Можно будет рассмотреть парня поближе. Из помета Тессоньки у нас также свободны 2 ребеночка на продажу. Это бесподобно оригинальный парень. Виконт, вот этот белый с черными ушками и со светло-шоколадными бровочками. Крепыш малыш, который сейчас пытается
пеленочку вот тут вот скоблить около мисочки. Виконт открыт для резервирования малышам Тессоньки 17 августа. Исполнится 2 месяца. Так, Юля. Юля воспитывает малышей. И бандит Виконт. Ой, Виконт. Вильгельм, извините. Отвлекаюсь. Который обожает меня кусать за ножки. Вот он тоже у нас еще открыт пока для резервирования. Сегодня всех подробно будем показывать на видео при демонстрации шапочек. Вильгельм имеет на груди летящую птичку. Очень красиво смотрится рисунок. Окрас у него белая птичка с коричневыми крылышками. Так, девчонки взрослые тут делят вкусняшку Дуся с Юлей. Да, да, вкусняшек в доме мало. Поэтому обязательно надо поделиться, отнять друг друга. Ой, 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 злые-злые собачки, злые-злые собачки. Ну вот, собственно, наше обычное, приобычное утро. Погода ужасная, но настроение у нас прекрасное. У всех много дел, кто-то завтракает, кто-то кусается, кто-то играет. Юля охраняет вкусняшку от всех подряд. Да, Дуся, ну возьми ты другую вкусняшку, оставь ты ее в покое. Вика, вот что характерно, у нее в загончике с малышами стоят две мисочки с сухим кормом. Она почему-то там не кушает. Оставляет, видимо, это все для детишек. А выходит кушать сюда, а потом возвращается к детям. Так, 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 девочки, хватит драться. Юля с Дусей, ну все голодные, кошмар. Тессонька умница, уединилась со своим сыночком. Говорит, ну вас всех злые, уйду я от вас, спрячусь, деритесь тут без меня. Юля с Дусей. Ай-яй-яй. Ой, ой, ой. Юля, успокой. Дуся, отстань от нее. Вот тоже вредная. Дуся, отстань от нее. Ой. Как вы видите, даже в плохую погоду детям есть чем заняться. Вот здесь две лежанки. Вкусняшками это как бы никому не надо. Там есть одна вкусняшка, которая нужна всем. Вика, идешь к своим лялькам? Аф? Аф? Вот пока самая спокойная компания, ясельная группа. Викины малыши. Самые младшенькие, самые спокойненькие. А все, кто постарше, уже хулиганят. Здесь открыты для резервирования вот эта бело-кремовая красавица Глэдис и братишка Герцог шоколадный. Да, мама пришла. Мама, скажи, пришла. Мама проверяет. Говорит, что, все чистые? Все чистые, все причистые, все прекрасные. Греточка и красавец Гуфи Гуччи Раш уже в резерве. Ой. Вика проверяет свои владения. Божешки святый. А тут какая красота. Мамочка намывает Винсента. Видите, из-за такого освещения у нас, конечно, мало что видно. Но посмотрите, что делают эти взрослые девочки, а. Вот Дуся просто капает на нервы Юльке. Она ничего не забирать-то не собирается. Но вот просто лежит рядом, виляет хвостом,
И Юлька думает, что у нее сейчас заберут вкусняшку. Девочки, вот там целая корзиночка, вот лежаночка вкусняшек. Обязательно надо именно эту, да? Вы же взрослые девочки, вы же большие девочки. Вот сегодня Дусенька будет, конечно же, участвовать в показе шапочек, потому что это наша проверенная фотомоделька. Она у нас примеряет одежду вот с такого щенячьего маленького возраста, потому что Дуська любит позировать. Она прям вот, когда ее одеваешь в какую-то одежду, как будто понимает, что надо сидеть красивенько там, делать мордочки, ждать, что вот ее тут пофотографируют, поснимают, про нее порассказывают. И Дусеньке это все просто нравится. А вот малыши, конечно же, будут сопротивляться, так как я уже рассказывала, к любой одежде, как и к ошейнику, к шлейке, к поводочку. Собачек надо сначала приучать. Маленький щенок не понимает, зачем на него одевают вот эти шапочки, жилеточки, костюмчики. Но, к сожалению, мы живем в такой вот, скажем, такой погодные условия. У нас Санкт-Петербург, и, в принципе, нам повезло в этом году. Мы еще, в общем-то, отлично провели лето. Лето было достаточно теплое и солнечное. Только вот последнюю недельку идут дожди. Обычно у нас, скажем так, всегда прохладненько, пасмурно. Это как бы, в общем, привычно для нас. Поэтому какая-то защита в плохую погоду для наших питомцев, она важна. Например, какие-то жилеточки, это уже не ради какого-то украшения нашего питомца, а для жителей мегаполиса, когда мы живем в городе и выходим с собачками на прогулку, обычно у нас на асфальте от автомобиля, особенно после дождей, много не просто грязи с дороги, пыль, прибитая дождем, а вот уже все, что накапает с проезжающих мимо автомобилей. И все это маленькими своими лапочками, так как собачка невысокая, попадает на животик, на грудку нашего питомца. Когда мы приходим домой, понятно, что мы можем помыть лапочки, но особенно на белых, короткошерстных собачках очень заметно, что некоторые вот эти вот пятна попадают, когда на собачку мазутные, их просто даже не отмыть. Поэтому даже не ради тепла, а ради вот такой вот, чтобы не попала совсем уж такая химоза на кожу нашего питомца и не вызвала какую-то аллергию, какой-то жилетик, может быть, дождевичок, не слишком теплый, но непромокаемый, в принципе, можно сказать, даже необходимо иметь для собачек на таких коротких лапочках, как чихуашечки, которые все собирают на свой животик, грудочку с наших улиц. А зимой у нас получается, для того, чтобы снег таял, насыпают на дорогу тоже всякую химозу в плане того, что прорастаял снег, и страдают лапки не только таких маленьких собачек, но и крупных пород собак. Очень страдают лапки, разъедаются всякой вот этой вот химией. Поэтому обязательно, конечно, после прогулки все это необходимо промывать, протирать. Ну и наши девчонки все никак не могут поделить эту косточку. Дуся, да отстань ты от нее, хватит ей на нервы капать, а? Вон там парнишки уже спать легли. Ой, вы две взрослые девочки, и такое у вас поведение. Вот лишь бы на нервы друг другу покапать, да? Дуся, оставь ты ее в покое, возьми какую-то другую косточку. Вот просто специально бесит ее, не нужна ей эта косточка. Лишь бы так, лишь бы на Юльку наехать. Ну, давайте на этом будем заканчивать это видео. В принципе, у нас вот такая вот утренняя развлекуха. Кто-то тут дерется из-за вкусняшки, кто-то спокойненько пьет водичку, кушает, кто-то уже собирается спать на мамульке, мамулька тоже спит. Юля, Дуся! Дуся, я тебя сейчас накажу, оставь ты ее в покое, что ты к ней пристала, вот вредная какая тоже. Варежка-кошечка. Варежка-кошечка всегда в хорошем настроении у нас. Тут уже тоже собираются спать малыши. Да, малыши собираются спать.
Не прощаемся, дорогие друзья, с вами надолго. Подождем немножечко, может быть, хотя бы часика-два. Сейчас просто очень раннее утро. Хоть чуть-чуть, может быть, немножечко изменится погодка, разойдутся вот эти туман, серость, и, может быть, хоть чуть-чуть выйдет солнышко. И попытаемся сделать более качественное видео, потому что при такой погоде, при таком освещении у нас все получается, ну, как вы видите, серенькое, темненькое. Ничего пока с этим поделать не могу. Поэтому извините за качество видео, оставайтесь с нами. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Мари Мистик. Здоровья вам и вашим питомцам и хорошей всем погоды. Пока-пока, до новых встреч.